А это вообще территория лагеря? Это наша территория, но я этого не видела. У нас не было этого. Сейчас чувствую. Чувствуете запах? Да. Здесь вообще какие-то мероприятия проводятся детские? Раньше были, проводили, в это лето никто ничего здесь не занимается. Так бы давно бы уже мне сказали. Вот ваши девчонки сказали. Вот видите, вот за этими... Весна была, все здесь убирали территорию, ничего не было. Первая смена прошла, ничего не было. Выходите туда, там мокро, очень мокро. Там запах-то даже здесь стоит. Да, конечно. Вот, видите, он выходит откуда? Это или баня, или что это? Для бани ты тоже пахнет. И вот он, вода стоит. Видите? Не пахнет. То есть понятно, что запах идет из крайнего дома. Вы же видите, там никто не открывает. Сантехники по своей специфике, они посмотрят, определят. Несет какую-то опасность для детей? Это уже, конечно, вот я вижу сейчас.